Всем привет! Вы на канале Ever Channel. И сегодня я бы хотела вам рассказать о трендовых джинсах этого сезона весны-лета 2017 года. Я выделила 6 джинсовых трендов, которые будут в моде в этом сезоне. Первый тренд, о котором бы я хотела сказать, это джинсы с нашивкой, или лучше сказать, с вышивкой. Это могут быть и цветы, красные, зеленые, желтые. Их представлено сейчас очень много в магазине и в интернете. Это могут быть какие-то смайлики или какой-то текст, неважно, их много или мало. Главное, чтобы они были на джинсах. Это сейчас очень востребовано, очень актуально. Второй вариант – это джинсы с неровным кроем, необработанные по краям. Эти джинсы сзади чуть длиннее, спереди покороче. Вы можете их носить с какими-то шлепками или мюли, или, может быть, просто с туфлями на каблуке, без разницы, они будут очень хорошо смотреться. Третий тренд на джинсы – это джинсы с жемчугом или какими-то камнями. Они очень красиво смотрятся. Они очень нарядные для какого-то выхода, может быть, для какого-то вечернего образа. Достаточно одеть эти джинсы, каблук, сверху может быть какой-то топ простой, или блузу, или рубашку. Это будет смотреться очень красиво, ваш образ уже будет завершен, и прекрасно можно вечером куда-то выйти. Следующий тренд – это джинсы, длина которых 7 восьмых. Они зрительно укорачивают ноги. Пожалуйста, тем девушкам, у кого короткие ноги, будьте осторожнее, либо тогда их нужно вносить на высоком каблуке, но ни в коем случае не на сплошной подошве, без каблука. В этих джинсах видно лодыжку, они ее открывают. И здесь скорее акцент идет на обувь, на красивую обувь. Это могут быть какие-то открытые босоножки, или может быть мюли, или просто туфли на высоком каблуке лодочки. В общем-то, эти джинсы для красивой обуви. Пятый джинсовый тренд – это джинсы двух цветов. Для тех девушек, которые хотят свою фигуру сделать немного стройнее, эти джинсы подойдут, но нужно, чтобы они внутри были светлее, а по краям с темной джинсой темнее, соответственно. Тогда они сделают ваш образ немножко уже, немного стройнее. И последний, шестой тренд – это джинсы с оборками. Как я уже говорила, я не понимаю эту моду, я не понимаю эти оборки на брюках. Здесь, да, это красиво смотрится, на брюках настолько наляписто, как какой-то пьеро или, не знаю, клоун. Даже не знаю, что здесь посоветовать. Странный образ для самых смелых девушек. Но, как говорится, у каждого тренда есть свои поклонницы. Очень много таких брюк на последних модницах в Инстаграм, которые носят. Также с открытыми босоножками на высоком каблуке, с какими-то туфлями, или, может быть, это просто какая-то обувь без каблука. Смотрите сами, у каждого свои вкусы. На сегодня это все, что я хотела сказать о джинсовых трендах. Если я что-то упустила, пишите это в комментариях, ставьте лайк, если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал Ever Channel, и всем большое спасибо, и пока! Пока!